365 дней в году. И каждый день несет нам новые открытия, радости, свершения. В этот погожий осенний день мы в Москве, в Лужниках, на международной выставке строительных и дорожных машин. Две недели открыта выставка. Миллион посетителей осмотрели эти замечательные машины. Смотр строительной техники в Москве – большое событие для Советского Союза и для стран, которые прислали сюда свои экспонаты. А таких стран, участниц выставки, 19. Право же лучше, если мы будем соревноваться в производстве техники для мирного труда, чем, впрочем, это и так ясно. Замечательные машины. Советская техника отлично зарекомендовала себя на стройках Братска и Асуана, в песках Каракума и на ледовых просторах Антарктики. В этот день международную выставку посетил председатель Совета министров СССР Никита Сергеевич Хрущев и другие советские руководители. Есть здесь механизмы, созданные и вашими руками. Машиностроители Брянского, Рыбинского и Ковровского заводов, Калининграда и Иваново. И если вы не были на выставке, можем заверить, ваши машины получили высокую оценку.